Да. Сегодня какое число? 24 мая. Мая. Сегодня года. У нас сегодня просмотр. Вот я хочу показать тебе, Семён. Свою гениальную работу персональную. Она очень красивая. Мне она очень нравится. Я надеюсь, что мне поставят хорошую оценку. Оценка, я, конечно, не главная. Я просто хочу сдать все экзамены и уехать в Бенгуру. Еще хочу, чтобы ты прекратил рисовать. Что ты прекратил делать гениальную работу. Немножечко был повеселей. Не такой зануда. Все, я... Я вам третий сдавал. Кто-то сдавал. Я сдавал. Серьезно? Я сдавал. Это вообще не... Пойду я посмотрю. Кажется. Ну это вообще. Нет, Разгин, я сначала посмотрите, а потом скажете. Да, я сегодня чувствую. Самое лучшее. Он пошел за своими работами. Где Ильич? Да. Ну ты двойку не получи, конечно. Надо... А он получил, купил билеты? Не знаю. Надо вообще забыл. Почему не надо? Да, да. А тогда... А я помню, что... Один. Значит, надо же выводить. Пойдет. Тебе же самому придется лучше. Конечно,
пришел пожарить, пожарить работу. А тебе придется прийти приготовить там работу. Понимаешь, да? Я выкупаю руку за это все. Стой. Отлично. Выходи чуть-чуть. Тебя на плече снимать классно вообще. Что, типа подставка, что ли? Ну, подставка, блин, она низкая вообще. Я могу и выше пойти. У тебя, кстати, есть? Кто? Подставка. Нет. А я с руки научился хорошо снимать. Не дрожит ничего. Ну, если, конечно, в трезвом состоянии. Блин, камни плохо, не видно. Блин, ходит там всякие вот. Вот так снизу просто, из-под куртки. Так, ты тут позиция. Ну, тогда делаешь прикатилочку, а потом вот с того города заниматься, я думаю, что он Thank you.
Сейчас хобби его снимать было. Не, ну вот, вот за тот портрет вы что поставили? Вот, ну, там. Я, например, вот, мне больше нравится, чем у Пирогова. Пирогова там по цвету больше лазер, чем здесь. Здесь как-то... Так, ну, хорошо, да. Давайте пересмотрим. Есть два предложения на 5 секунд. Да. Да? И Рейн Владимирович. Согласны? Ну, что-то. Да тебе можно, конечно, тоже платить. Так, господа, давайте наслаждаться красивой жизнью. Давайте лучше поставим Скобелева. Классная живопись. Хорошая работа. Все тут так как стабильность. Классная 5, домашняя 5. Ребят, я предлагаю вот эту позицию. Ну да. Давайте 5 поставим. Как скажешь так? Я предлагаю этот квест поставить. Че, как выставился? Не посмотрите, в коридоре не могу. Ну нарочно, блядь, так поставил. Посмотрим, я не такие. Негодный человек, плохой. Что за нежелтый? Вот я помню, что Миш, чтобы на просмотре все было оформлено. А это будешь дописывать под руководством Михаила Николаевича. Пока я его не затворил. Там счастье, да, согласен. Ну, что он говорит, то иди. Скобелев, 5 классная, 5 домашняя, 5 с минусом композиция. Что по рисунку? 4. Домашние работы у нас из этой пачки висят уже на стенах. Так что домашняя работа 5, по-моему, да? Хорошо, с минусом. Да что тут, ну ты что, тут хороший был. Домашняя 5. Классная. Смотри, что сколько вот так вот взялся, начал рисовать вот так. Это же от него сколько это прошло, фотографии. Ушли. Я поддерживаю их, мне кажется, нет, там сейчас в коридоре висят очень хорошие. Да, крепкие. Ладно, значит, классные 4, да? Да. Ну, Ваня, опять это просто не думаю, что фотографии. Да, все, остался один остромец. Надо держать. Какая разница, если ты не разумеешь? Я себе буду говорить. После этого этой шутки навал четвертого класса, пятого класса. То есть такая маленькая, компактная, такая прозрачная такая.
копать. Счастливее, сука, счастливее. Так, вот, все передаем мнение Михаила Михайловича. Ему очень понравилась расстановка его. Он мне передает каждый раз. Я не обольщаюсь. Михаил Михайлович вчера приходил в школу и с его пожар. Вообще, говорит, хорошо работает, вот тот так, тот так, тот так, а это не похоже. Ну, как раз, понятно, 4. Мне нравится вот это. Не болеть. Знаешь, нет. Я был уверен, что это не то, что это не работа на 4 будет. Мне нравится это. Смотри, как его пожить. Ну, это красиво. Красиво, да, целое. Так, ладно, классная работа. Вот у нас два холста. Давайте оценим. Какие предложения? Играем в директор. Директор день. Ну, не знаю. Кто за что? Я же как оценил. Ну как, вот сколько вы поставили 5? 5, правильно. 4, мы должны выдвигать это типа условие или нет? Если людей не условия, то тогда на 4. А если вы, значит, под исполнение какой-то там рисунок, там что-то подправки, имеет в виду, ну, вот такой. Да, ну да, школьник. Я говорю, просто мне тяжело. Мне нужно оценить 4. А потом вот так, он написал мне туда. Пожалуйста. Все,
Ребят, здравствуйте. У нас два караула. Значит, караул. Караул! Мы сами, мы же есть караул. Караул – это классная работа Насти Горяевой. Выдающийся караул. Миша, стой. Почему? Нагни, пройди. Такой хороший караул у дорогого отца. Три с плюсом классная, и три с минусом домашняя. Потому что в том году. Ну все. Давайте отбирать процессы. Так, ну давайте начнем. Да, оформи, пожалуйста. Ну хотя бы обкладкой, просто элементарно, как бы фанерная обкладка. Значит, Семен, да. Убери эту. Вообще просто просмотр тут на полкассеты. Да. Ну, у меня еще есть просто работа наша. Еще и развеску хочу заснять. Так, значит, я бы хотел, чтобы это композиция присутствовала. Если вы ее принесете, тогда посмотрим, что это. Ну ты куда заправляешься? Я глохну таким образом.
чем тут дикция? Я глухой совсем. А зачем я работал тогда? Ты же дай дело, чтобы тут нормально начинал. Номера нету. Есть долины. Вот своя. Это только один год. Дальше хуже. Самое лучшее место в работе. Сыной картончик запишешь. Не позвольте.